Здравствуйте, друзья! У нас сегодня такой глумливый день, и гости канала пришли к нам с символами прошлого, друзья. Вот. Значит, стишок там есть какой-то, да? Давайте. Стишок есть? 15 республик. Громче. Отчизну свою прославили в честном труде и в бою. Что, все? Что? Владимир Ильич. А, окей. Сзади. Так. Переходящее знамя за высокие показатели в капиталистическом соревновании вручается товарищу Портнову. Ура! Но поскольку, как вы, есть воспитатель подрастающего поколения. О май гад, это что, современные галстуки такие или что? Вам вручается знамя октябрятского отряда. Отряда. Дружина. Октябрятского себе. А еще вымпел. О, вау! Всегда кандуа. И коллекция значков. Начиная от октябрятки. Бэби Ленина. Октябрятки. В том числе. Где Бэби Ленина? Вот Бэби Ленина. Да. Я помню, с кудрявой головой. Даже элитная звездочка пластмассовая с черно-белой фотографией. Большая редкость была. Ребята, да, да. Во втором когда классе, был Ленин маленький с кудрявой головой, он тоже бегал маленько в горке ледяной. Вот. Камень на камень, кирпичный черт. И заедим мы все это шпротами. Да. Ну не только, ну не только. А чем Бог послал? Сушки покажи, что же так, чтобы... Суши? Сушки. А, сушки света. Суши, да, суши и сушки. Сушки это не маленькие суши, а это такие бараночки. Света, знаешь, что такое? Покажи, может быть, немножко вот эти значочки так покрупнее. Я боюсь, что многие в нашем, как сказать, пространстве зрительском не знают этих значков, не видели никогда. А мы выросли на этом. А вот еще бы значок Мехмата МГУ сюда с листом Мёбиуса мне бы хотелось. Ну, где же сядь? У меня был.